Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Audi Q5 в кузове 8R установили головное устройство на базе Android от компании Gunbox. Модель H-Line с диагональю экрана 9 дюймов. Планшет ставит штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все вставят достаточно аккуратно, без щелей, без зазоров, по проводке подключается разъем. Штатную магнитолу сохранили, она продолжает функционировать, и данный планшет подключили по AUX-у к ней. Переходим в специальное приложение, и здесь видим полностью штатное управление. То есть, если необходимо что-то настроить в автомобиле, вы можете перейти в штатное меню и, соответственно, управлять. Возвращаемся на домашний экран и попадаем в меню Android. На данный автомобиль у нас большой выбор различных мультимедийных систем с различными диагоналями. Есть полностью сенсорные варианты. В данном случае владелец выбрал именно такой вариант с сенсорными кнопками и физическим регулятором громкости и выключения. Один раз нажимаем, выключает звук. Если подержать, полностью выключает магнитолу. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость. Включается подсветка сенсорных клавиш. Яркость можно регулировать вручную. Цвет кнопок также можно настраивать, они RGB. Кнопки на руле также все работают. То есть громкость. Данная кнопка отвечает за кнопку Mode, переключает между всеми источниками. Эта кнопка раньше отвечала за голосовое управление, теперь это переходит в режим Bluetooth, режим громкой связи, где можно набирать номер. Сюда можно подгрузить все ваши контакты с телефона. На экран выводится отображение климат-контроля. И также выводится отображение об открытых дверях. И также выводится отображение по парктроникам, как передним, так и задним. Бардачок выводится дополнительные USB-порты и слот под SIM-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав его с мобильного устройства. В магнитоле есть все преимущества Android-системы, есть все современные мультимедийные возможности. Можно скачивать любое приложение из Play Market. Самые популярные здесь уже предустановлены. YouTube, Google Chrome, CarLink. Это как проводное, так и беспроводное подключение Android Auto либо CarPlay. Кинопоиск, интернет, телевидение, Яндекс Музыка, Яндекс Навигатор и множество других. Есть эквалайзер для настройки звука и другие мультимедийные возможности. Обращайтесь на компанию. У нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. Как я уже говорил, на данный автомобиль есть различные варианты магнитол. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо позвонив менеджерам, и они вас проконсультируют. Также есть установочные центры в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам с постоплатой, вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Всем удачи!